Приветствую всех. Касаемо недавних опросов, которые я проводил, которые мне были действительно интересны, я собирал фактически статистику. Вот о чем на самом деле идет речь. Я хотел коснуться сегодня той же самой темы, как я касаюсь достаточно часто, особенно в последнее время. Это тема драйва. И прежде чем ее коснуться, давайте определимся, собственно, с терминологией. Что мы подразумеваем под драйвом? В моем понимании, лично в моем, драйв – это способность музыки вызывать определенное эмоциональное состояние у слушателя. В первую очередь, это слово я отношу к музыке, которая необходима для, точнее, призвана вызывать некое нервное возбуждение у человека, то есть там, побуждать его трясти башкой, там, расколбашиваться, да, там, и так далее, и тому подобное. То есть определенным образом тонизировать его. Для меня это драйв. Теперь, что воздействует на слушателя таким вот образом. Вот здесь, на самом деле, есть очень много различных аспектов. Один из основных аспектов, который нас интересует как исполнителей, если мы говорим чисто об исполнительских моментах, это ритмика. Как уже многократно говорилось, ритмика подразумевается, мы гитаристы, ритмика подразумевается на аккомпанирующих, то есть на рифовых каких-то партиях, относительно, в первую очередь, барабанов. Дело в том, что так вкратце небольшое пояснение. Дело в том, что барабаны и бас-гитара являются, на мой взгляд, одними, точнее, самыми основными в плане расколбаса инструментами. Гитара в силу своей природы, в силу природы звукоизвлечения на ней, она значительно более пожатая по спектру. Обратите внимание, это исключительно серединистый инструмент, у нее нет нормального низа, у нее нет нормального верха, это вот такая жужжалка посередине где-то. И у нее очень медленная атака. Как бы мы ни старались высекать, она в любом случае будет медленная. Особенно по сравнению с барабанами. Вот очень хорошо это было слышно всегда на попсовых, и видно на попсовых концертах, когда представляют всех музыкантов и представляют барабанщика, ему всегда, всегда, если вы только не стараетесь там адово из кожи вон, там не выпендриваетесь там по-всякому и все такое, барабанщик всегда хлопает громче всех. Ну, мало того, что там и красиво выглядит, там руки летают, и все круто, там кажется, что мега быстро, мега виртуозно. Но помимо всего прочего, по звуку он колбасит. На саундчеках можно обратить внимание, что барабанщик начинает играть, и сразу прям типа грув там и все такое. То есть, наша задача не перетягивать одеяло на себя, а так как у нас психика устроена таким макаром, что из двух практически одновременно пришедших звуков мозг фокусирует свое внимание именно на первом звуке пришедшем, то есть, в первую очередь, все, так скажем, вычислительные мощности он посвящает первому звуку, то, соответственно, первый звук, он становится как бы на первом плане, становится основным. Если этот звук – это гитара, то гитара становится основной, гитара как звук, она жиденький, соответственно, общее звучание мозг воспринимает как жиденькое, потому что он в основном фокусировался на гитаре. Если мы будем ровно или сзади барабанов, то, соответственно, общее звучание у нас будет гораздо острее, потому что основой стали барабаны и бас-гитара, например. Это касаемо исполнительской части, но в моем понимании, я не абсолютирую эту часть, то есть в моем понимании исполнительская часть является одним из аспектов, которые способны воздействовать на конечный драйв. К другим аспектам лично я отношу также качество записи, то есть насколько круто записано, например, и как оно записано, если технически и по звуку записано круто, звучит мега круто, то оно, в общем-то, на мой взгляд, в моем представлении может расколбашивать. Дальше. Зависит от, скажем так, партии, потому что партия может быть там в одном случае такая жидко размазанная и так далее, и так далее. Но для этого стиля, например, возьмем там Soundgarden, вот у них замечательная вещь, Black Hole Sun называется. Великолепная песня, очень клевая и в свое время очень популярная, собственно. Вот у них там гитары размазанные такие, создающие очень сонный такой вот какой-то и такой вот прям наркотический какой-то угар. Выбор нот, разумеется, потому что какие ноты, вот, например, обратите внимание, все вот эти мазафакеры, они очень любят такие интервалы, как тритоны, например, очень любят использовать терции и все такое прочее. То есть это уже фактически такая значимая деталь этого стиля. И, соответственно, они на это все опираются, видимо, это определенным образом на слушателя, на их слушателя воздействует. И, собственно, например, такие вещи, как текст, особенность там, голос вокалиста и все такое прочее, вот как у Дёрста, у него такая очень манера, очень странная, он когда петь начинает немножечко бление такое происходит, да, но когда он читает, у него достаточно так получается остро на язык, типа а-ля американский белый чувак, который косит под черного гопника, ну, например, в моем понимании, скажем так, получается, в общем-то, как-то
нормально получается. Ну так вот, в данный момент мы имеем на руках мультитрек группы Limp Bizkit. И этого мультитрека, на его основе я провел небольшое, скажем так, исследование целевой аудитории на тему того, как они воспринимают различные аспекты, вот эти аспекты записи, как они на них реагируют и, собственно, что из этого получается. Итак, мы возьмем сейчас эту запись, все ее уже, особенно из слушавших, слышали многократно. Кто не слышал, добро пожаловать, там вот моя группа или моя тема на гитар-плеере, и там есть записи. Я сейчас поставлю коротенький кусок, то есть интро, куплет, припев. Собственно, записи оригинальные, без каких-либо изменений. То есть я не трогал вообще. Они вот расположены во времени так, как есть, и не микшировались, ничего с ними не происходит. Все фейдеры у нас в нуле. Окей. На мой взгляд, достаточно мощно. Опять же, я не беру в рассмотрение исполнительский момент, но очень плотно колбасит барабаны, потому что записаны они очень круто. Хотя по исполнительским моментам, опять же, слышно, что что играется несколько с ошибками, скажем так. Потому что обратите внимание, вот здесь это на 16-й, который считает по хэту барабанщик. Они весьма кривенькие. Дальше. Очень вкусно записано и звучит бас-гитара. Хорошая партия, прикольная, то есть чисто с точки зрения гармонии такая, очень агрессивная, очень злая, именно гармония, типа гармония. Дальше, гитара, очень много всяких грязностей, жирностей и всего такого. То есть очень она гейна там навалена 100-500, пониженный строй, естественно, то есть все как полагается. Ну а с исполнительской точки зрения, опять же, много косяков по ритму, раз, много в паузах. То есть вот если мы сравним, например, с очень часто обсуждаемым видео и, собственно говоря, записью, All Hopes Are Gone, по-моему, называется у Slipknot песня, и вот как ее записывает Мик Томпсон. Ну, там совсем по-другому. Работа с паузами, работа со слепыми ударами там на другом уровне. Здесь все грязно, как-то криво-косо достаточно, но всякие вот эти флажолеты, звучание и все такое прочее. То есть, опять же, тот же самый выбор партии, то есть конструкция самой партии. Такая, что она вызывает определенное вот такое вот ощущение давящее. Дальше. Мазафака. Хотя вот здесь, вот в вот этом варианте, это, я так понимаю, предсведенка. Я не знаю, почему они вырезали всю матершину у Фреда Дёрста. Хотя она, на мой взгляд, дает значительную приправку в чисто, опять же, в ощущении. То есть чувак там матерится. Ну, это как Ленинград, да? Вот представьте себе любую песню Ленинграда с матюками там. Как там, я уж не помню, какие у него песни.
алкоголик и придурок. То есть, как бы она звучала без мутюков. Ну, на мой взгляд, это не говорит о том, что вот прям сейчас многие эстеты наверняка начнут там фыркать, это фу, это что это такое. Да, там, ну, это вот русский язык, мы на нем разговариваем, и он не нуждается в какой-то снобистской такой защите от мудаков и все такое прочее. Здесь же то же самое, то есть матюки очень вовремя, когда он говорит check this out, и он сам себе отвечает fuck you, вот это там настраивает, скажем так, на определенный лад. Но давайте обратим внимание на несколько вещей. Первое. Обратим внимание, чисто нас интересует, опять же, чисто исполнительский момент. Давайте послушаем то, как взаимодействуют бас и бочка. Это одни из самых таких суровых в этом плане инструментов, потому что мало того, что их взаимодействие даже на этапе сведения, там такой геморрой, то есть я не будучи, в общем-то, даже профессиональным звукорежиссером, но, так скажем, на своем уровне в свободное время занимаясь этим, знаю и много литературы перечитав на эту тему, тоже, опять же, знаю о том, что это один из самых главных геморроев свести бочку и бас. Потому что если они сведены неправильно, они либо друг друга гасят, либо, ну, в лучшем случае друг другу не помогают, чего быть не должно. И этому просто посвящено огромное количество трудов. Есть даже целые курсы просто потому, как свести бочку и бас. Казалось бы, два инструмента. Нифига, они очень важны. Давайте посмотрим, как бас и бочка взаимодействуют между собой. Я сейчас найду несколько самых кривых кусков, дабы не нагружать вас, не перегружать информацией. Хотя сейчас времени, наверное, у всех много. Поехали. Самое начало. Здесь можно услышать, что бас опоздал относительно бочки во второй удар и поспешил в первый. Но я найду прям самый мега кривой удар. Вот здесь тоже опоздал второй удар. Здесь более-менее ровно. Ну, ровнее, по крайней мере, не совсем, конечно. Здесь очень сильно опоздал второй удар. Дальше. Здесь первый очень сильно поспешил. Здесь второй опоздал. Дальше. Здесь чуть поровнее, но тоже криво. Здесь второй опоздал опять, как всегда. Здесь тоже очень сильно опоздал. О! Вот здесь вот. Первый абсолютно впереди. И вот давайте возьмем просто этот маленький кусок. Один так всего. И попробуем поправить ситуацию. Вот так оно звучит сейчас. Просто возьмем и зациклим. На мой взгляд, ни о чем. Я в данном случае воспользуюсь таким редактором, как Flex. Он позволяет сделать то, что я сейчас сделаю. Я сделаю очень просто. Я подвину все это так, как оно должно быть. Допустим, вот так вот немножечко, чуть-чуть бочечку пропустим вперед, немного. Здесь же флекс не очень корректно определил атаку мне, потому что атака, по большому счету, вот здесь. Я думаю, что вот это вот то, что он определяет, это тот момент, когда, как его звать-то, господи, я уж не помню. Ну, короче, басист, когда он кладет палец на струну, а вот здесь он, когда он ее непосредственно уже спускает эту ноту. Итак, начинает это звучать намного бодрее. Кроме одного аспекта, обратите внимание, что ноту он закрывает не вовремя, из-за этого малый барабан у нас разъезжается. Вот обратите внимание, что малый барабан как будто имеет две атаки. Это из-за того, что бас сделал вот это вот, перед тем, как вот этот пин, вот этот закрыл ноту с флажком. И он закрыл ее раньше, чем надо было. Окей, подвинем, попробуем, послушаем. Теперь послушаем, не мешается ли это вообще малому барабану как таковому. Нет, абсолютно не мешается. Вот и вся разница. То есть то, что было изначально, и то, что стало потом. То есть элементарная совершенно редактура баса. В первом опросе, который я проводил, было два файла. На первом бас отредактирован был. И бас был выровнен относительно барабанов, причем выровнен достаточно так. Ну, я много времени на это потратил. Во втором файле это был исходник, там вообще ничего не менялось, так как оно есть в оригинальной записи. Что мы видим по результатам опросов, всех причем, как на гитарплеере, так и в моей группе, второй, то есть который не отредактированный, субъективно для многих звучит круче. Перевес небольшой, но он все-таки есть. В моем понимании происходит это по следующим причинам. Когда бас вот у нас немного впереди, например, барабанов, как это часто у него бывает, обратите, да, внимание. Гитара, будучи тоже здесь сыграна очень сильно вперед, она
в общем-то, относительно баса, не то, что не так вперед сыграно, она кое-где даже пропускает бас, собственно, вперед. И то есть основным инструментом, условно говоря, да, вот если так посмотреть расстановку, то у нас первым играет бас, потом играет гитара, а потом барабаны доигрывают. Так вот, у нас бас становится остальным, но так основным, но так как бас, он все-таки значительно бодрее и плотнее звучит, чем гитара, то в данном случае всем кажется, что все ништяк. Но как только мы бас сдвигаем назад, у нас становится гитара основной, а барабаны плюс бас становятся уже второстепенным инструментом. И тогда звучит все хреново. Вот как и подтверждают вот эти вот товарищи, их 44%. Окей? Окей. Значит, мы сейчас найдем еще один участок с кривой, с басом. Просто отредактируем его и успокоимся на этом, двинем дальше. О, вот здесь вот. Вот коротенький кусок, два такта. Опять же, отредактируем просто. Здесь у нас опоздание, но это опоздание не его оригинальное, потому что это из-за того, что мы сдвигали все предыдущие моменты. Здесь точно так же ищем атаку. Вот она, судя по всему. Двигаем ее туда, куда надо. Немножечко сзади барабанов пускай сыграет. Отлично, очень хорошо получилось. Здесь, в общем-то, сокрыл достаточно неплохо. Здесь он достаточно неплохо, ну или у нас так получилось, что достаточно неплохо мы попали в 16-ю. Но мы сдвинули немножечко поточнее. Тут мы подвинем барабан, бас куда надо. Нет, никуда надо. Он у нас немножечко кривой относительно хэта, поэтому двигаем его назад. Вот так вот. И вот здесь закрыл, не очень мне понравилось. Как? Сейчас попробуем немножко в плюс сдвинуть. Да, неплохо, неплохо. И здесь точно так же бас немножечко назад, чтобы он в бочку ударял. Здесь вперед он ускакал немного. Все целиком. Тут неплохо, можно не править, в принципе, даже. И вот здесь капитальная кривота, ее мы сейчас исправляем. Здесь мы выставляем по звучанию хэта. Здесь мы выставляемся по бочке, здесь и так все по бочке. Здесь мы выставляемся по вот этой бочечке. Тут мы выставляемся ровненько. Вот так вот. Ну-ка. Неплохо. И получается у нас целиком. А дальше все уже он поплыл. То есть вот оно движение. Вот это вот то, что мы, собственно, поправили. Тот же самый кусок, но с отсутствием всех правок. Прям вот я беру, отменяю все это дело. Он звучит значительно кривее. Точнее, я даже, знаете, как могу сделать. Я верну все эти изменения, просто на секунду отменю Reset All Flex Edits. И получится у нас вот это вот. Ну вот могли многие слышать, особенно как в конце он разъехался несколько раз с барабанами. Здесь же, в нашем случае, прозвучит все значительно круче. Собственно, когда мы отключили гитару, которая и была ответственна за тот эффект, который произвел впечатление на публику в первом опросе. Во втором опросе большинство, причем обратите внимание на разницу, 55% против 24%, глухих походу мы не считаем, говорят о том, что исправленная партия баса прокачала их сильнее, субъективно, да? А здесь гораздо слабее. Мы всего лишь выключили гитару, которая за счет своего жужжания многих сбивала с толку вот здесь. То есть, на самом деле, большинство все-таки услышало, что таки да, действительно качает исправленный бас значительно плотнее. Да? Что, собственно, и требовалось доказать. Что же произошло вот в этом опросе? Все очень просто. В этом опросе я просто включил гитару.
И в первом, и во втором варианте. И гитара, и бас, они были уже немножечко исправлены, но во втором случае я гитару вывел немного громче. Громче и немного мяснее ее сделал, чтобы она торчала на первом плане. Так вот, как только во втором случае она начала торчать на первом плане, все-таки, видимо, люди уже немножечко, ну, можно сказать, прошарившись на вот этом вот опросе и услышав теперь бас, как он должен звучать, услышав во втором файле слишком громкую гитару, они подумали, что все-таки второй не так сильно качает, а первый качает хорошо. В котором изначальный баланс инструментов, где бас намного громче гитары, он вот соблюден как именно в оригинале. То есть, иными словами, здесь в первом файле у нас бас громче, чем гитара, и гитара не перетягивает внимание вообще на себя. А здесь гитара, она уже выходит на первый план и перетягивает внимание на себя. Вот так отреагировали люди, то есть явно, что народ как бы подсознательно хотя бы услышал, что бас качает, прокачивает круче, чем гитара, что, собственно, и требовалось доказать. Так вот, возвращаясь к драйву и заканчивая это небольшое видео, что я, собственно, хочу сказать. Я лично, именно если мы говорим о производстве, скажем так, музыки, я лично не зацикливаюсь совсем вот на одном только аспекте, что типа вот если там типа мы сыграем по ритму криво, то никогда ничего не будет. На самом деле будет. И если мы послушаем оригинальную запись, то есть не то, что оригинальную, а альбомную версию этой песни, мы услышим, что там все далеко не так криминально, как вот в этом предсведенном варианте. Почему? Потому что, на мой взгляд, они сделали ровно то же самое с гитарой и с басом. Они там правили, перекраивали и двигали все, что нужно. То есть там значительно звучит бодрее, ровнее и все такое прочее. На мой взгляд, постпродакшн там хороший. Собственно, человек, который с ними работал, как продюсер, он там обладатель ряда наград и ряда записей, которые он сделал и которые впоследствии стали платиновыми там, на первых местах. Находились во всяких билбордах и хит-парадах и все такое прочее. То есть человек, очевидно, прошаренный. И очевидно, что он, мягко говоря, знает не меньше меня. Скорее всего, значительно больше, поскольку он мега-профи в своем деле, а я здесь так. Меня это интересует как любителя больше. Вот эти вопросы постпродакшена. Но очевидно, что он осознавал, видимо, необходимость вот этих правок, и он их сделал, эти правки. Тогда напрашивается вопрос, а почему бы не выгнать вот вообще весь коллектив, всех не разогнать и записать нормальных музыкантов? Ну, здесь, возможно, несколько вариантов. Вариант первый, что выпускающий лейбл, продюсер, опять же, понимают, что каждый из членов коллектива, он, в общем-то, несет определенный, в том числе, имиджевый крест, скажем так, на себе. То есть Вес Борланд, вот эти все его костюмы, там, да, там, гитары и все такое прочее. Но вот был у них басист какой-то невнятный, совершенно невзрачный чувак, и я так понял, публика и фанаты этой группы особо не были в восторге. Так же, как из Dream Theater ушел Майк Портной, его заменил не менее, а на мой взгляд, более сильный барабанщик Майк Манджини. Но вот многие сразу, фу, там как же мы без Портного теперь, хотя там сыграно все значительно круче. Потому что имидж, потому что привыкли и так далее. И, кстати говоря, в книге про Монте Крю, которая называется «Грязь», есть очень любопытная иллюстрация на эту тему, когда коллектив разосрался между собой, в первую очередь с вокалистом Винсом Нилом и погряз в долгах, они пришли к руководству аудиозаписывающей компании для того, чтобы те дали им денег на запись нового альбома. А те им сказали, мы дадим, но только с одним условием, если вы помиритесь и запишете его с Винсом Нилом. Закончилось, правда, там это тем, что он пришел, они прям на переговорах посрались опять и уже в дребезги, и погрязли в еще больших долгах, так как деньги уже были выделены им. А, естественно, записи никто уже не производил, потому что она никому не нужна. Но это говорит, опять же, о том, что люди понимают, что нельзя было лучшего вокалиста, чем Винс Нил найти. Конечно, полно там таких людей, которые за меньшие деньги готовы были бы сделать это. Но вот надо было именно его. Точно так же, как здесь, может быть, надо именно Сэма Риверса, басиста, надо Джона Отто, барабанщика, надо Веса Борланда, гитариста, потому что вот все привыкли к ним, потому что так надо. Других публика не воспримет. А это деньги. Музыка с точки зрения продакшена и с точки зрения выпуска на лейбле, она нужна для денег, а не для творений творца. Это надо понимать. Это первый момент. Второй момент. Возможно, что все они такие с детства там друзья. Мы с первого класса вместе. За все, что мы делаем, отвечаем тоже вместе. И они сказали, ну как это так? Ты думаешь, куда ж мы его бросим? Он такой хороший и бухает мастерский. И вообще, это нет, он молодец. Как чемодан без ручки. Тащить тяжело, выбросить жалко. И, соответственно, на постпродакшене они прибегают к таким способам, как вот такой flex editing, да, там, или в Pro Tools это называется Elastic Time, что ли, я не помню точно. Когда можно подвигать, когда можно отредактировать и получить вменяемый результат. Но
Даже если этого не делать, то обратите внимание, что по всем другим аспектам у них все очень круто. Очень круто записаны барабаны, очень круто записана гитара, очень круто записана бас-гитара, хорошо записан вокал, замечательные всякие эффекты, спецэффекты, звуки, шумики и все такое прочее. И где-то даже немного накосячив, скажем так, в одном моменте, то есть постпродакшн, когда он это все двигает, там, понимаете, все равно получается некоторое искажение и некая неестественность. Она в любом случае есть. Но, тем не менее, даже немного где-то проигрывая в одном из аспектов, можно за счет остальных аспектов вполне это вытянуть с точки зрения производства музыки. Но мы говорим с вами про, во-первых, исполнительские моменты. То есть, вот я, например, я гитарист, я не продюсер, я не звукорежиссер и так далее и тому подобное. Я играю на гитаре. Соответственно, я как исполнитель должен, на мой взгляд, стремиться делать свою работу как надо. Нужно ли будет это в том коллективе, вот меня позовут в Limp Bizkit, условно говоря, и скажут, типа, чувак, а что ты так запаривался, да, по этой теме, по всей? Мы там, надо будет, порежем, выровняем, ты, главное, вон, семиструнную гитару возьми и ебало себе размалюй, да, так, как надо. Ну, это, конечно, хорошо, ну, а если меня позовут в какой-нибудь там, какого-нибудь Брайана Адамса, а там надо играть настолько зверски точно и зверски круто по ритму, что вот мне сразу скажут, типа, чувак, извини, но пошел-ка ты отсюда нахер, да, там, ты вообще мимо денег играешь абсолютно. Чтобы такого не было, чтобы быть востребованным, хотя бы даже, несмотря на то, что сейчас это меня не сильно интересует, но хотя бы раньше, ну, наверное, необходимо было планку какую-то иметь, которую ты мог взять, в общем-то, без проблем, и которая бы удовлетворяла потребности работодателя в тебе. Вот и все, поэтому я как исполнитель должен заниматься звуком, должен заниматься ритмом, звукоизвлечением и построением партий и так далее, и так далее. Вот этим всем двиганием должны заниматься люди, которые производят музыку. На крайняк там композиторы, на крайняк там сами артисты и так далее, и так далее. То есть, когда мы говорим о том, что я не буду учиться играть ровно, потому что все равно вон они играют криво и так далее, ну так ты сделай запись тогда, чтобы у них криво записана запись продавалась не хуже, чем не криво записанная запись. Наверное, они в других аспектах так навалили, там, как следует, да, там, так записали там все это дело, так составили партию, так написали текст, что прошибли всех нахрен вообще. Я вот так не умею. Я думаю, что большинство людей тоже такого не умеют, поэтому вот то, что я могу в себе развивать, то, что я могу уметь, я это развиваю. Чего я вам всем желаю. Занимайтесь на гитарах, занимайтесь техникой, занимайтесь ритмом, звукоизвлечением, и вам воздастся по всем вашим показателям. Всем пока. Будем продолжать развивать эту тему.